Вы на канале «Умно и разумно». Полезные свойства перекиси водорода известны многим. Сегодня мы представим несколько полезных рецептов, как применять это средство. Соединение пероксида водорода является сильным антисептиком, который способен убивать большинство бактерий. Перекись обладает закисляющим щелочным эффектом и широко используется в качестве пятновыводителя и чистящего средства. Применяют его в косметологии. Оно способно растворять загрязнение, позволяет проникать в трещины и глубокие морщины на коже, убирая скопившуюся грязь. Отличный эффект применения для размягчения и удаления ороговевшей кожи на пятках. Применение перекиси водорода абсолютно безопасно. Оно за короткое время удалит и размягчит ороговевшую кожу. Способность этого средства заживлять трещины на самих пятках. Пероксид водорода убивает болезнетворные бактерии, которые находятся внутри трещин, тем самым защищая их от нагноений, насыщая ткани кислородом. Это особенно важно для пяток, потому что на ноги приходится наибольшая нагрузка. Самый распространенный способ применения перекиси – это ванночки. Для этого понадобится взять 1,5-2 литра теплой воды и размешать в ней 30-граммовую бутылочку перекиси водорода. Держать в такой ванночке пятки в течение 10-15 минут. Можете также добавить в ванночку соли и соды. От этого эффект будет положительный. После этого можете приступать к очистке ороговевшей кожи на пятках. После нанесите на пятки крем. Такую процедуру следует проводить пару раз в неделю. Если у вас на пятках имеются трещины, то для их заживления после принятия ванночки обработать следует смесью глицерина и яблочного уксуса в равных пропорциях. Нередко у ороговевшей кожи на пятках образуются натоптыши. Чтобы их удалить, примените ту же схему ванночки с перекисью водорода, дополнительно добавив аспирина. Благодарю за внимание. Всем пока.